Почему ребенок плачет? Этот вопрос очень беспокоит многих молодых родителей, и однозначного ответа у меня, конечно, на него нет. Слишком много нюансов. Но есть одно универсальное правило, которое все родители должны знать. Плач ребенка до 2,5-3 лет и после – это разные вещи. Сам плач постепенно будет превращаться в привычку. Плачет ребенок не потому, что ему хочется потрепать вам нервы. Это вовсе не эмоциональный шантаж. Это не попытка манипулировать родителями. Это просто сообщение о физиологическом дискомфорте. Так что нам нужно просто найти причину его страданий и устранить ее. Слез быть не должно, это правило. В возрасте до 2,5 лет эта проблема решается элементарно. Вместо того, чтобы заунывно утешать ребенка, отчего он, разумеется, будет плакать в 3 раза сильнее, громче и надрывнее, научитесь переключать его внимание. Внимание в этом возрасте подвижное, а память короткая. И нет ничего лучше, чем просто отвлечь ребенка, изящно предложив ему другую деятельность. Шантаж плачем – это тактика детей старше 3 лет, которые знают, что реветь без перерыва – это единственный эффективный способ привлечь к себе внимание родителей. Если плач для ребенка – это единственный способ заставить родителей обратить на себя внимание, он будет постоянно демонстрировать нам то самое страдание – плач, рев и истерики. Помните, вопрос будущих слез ребенка решается в самом юном возрасте – до 2-2,5 лет.